Коломенский трамвай. К Великой Отечественной войне в Коломне было решено строить троллейбус, но строители не успели достроить сеть из-за войны. После было принято решение строить трамвайную сеть. В городе действует 10 маршрутов. 10-й маршрут открыт в августе 2002 года. В городе находится музей трамваев. Городские маршруты проходят как через станцию Галутин, так и через платформу Коломна. В городе находится трамвайное депо. В городе частично обновлен подвижной состав. Старая фотография трамвая в Коломне. Проезд в трамвай можно оплатить у кондуктора, только безналичная оплата. По картам стрелка и тройка. Пенсионеры ездят бесплатно. Школьники и студенты за половину цены. Также имеются прочие льготы. Конец. Спасибо за просмотр.